Всем привет! И в этот раз мы побываем на месте, которое обеспечивало электричеством основные военные объекты острова Русский в далекие 30-е годы 20 века. Это крепостная электроточка, сокращенно КЭТ. Планы по созданию электростанции на острове Русский появились после строительства береговых батарей обороны. Так как энергоемких энергетических объектов попросту не было, а небольших электрогенераторов не хватало для обеспечения мощности тяжелых батарей. Плюс они часто выходили из строя, а для боеготовности батареи это неприемлемо. Изначально проект предусматривал строительство электростанции под землей для укрытия от обстрела, но идея была отвергнута из-за большой трудоемкости и денежных затрат. На строительство съехались специалисты со всех союзных республик. В итоге построили многоэтажную электростанцию с тремя твердотопливными котлами. Для доставки угля построили пирс и проложили узкоколейную железную дорогу. После чего к батареям и другим объектам острова провели линии электропередач. Мощность крепостной электроточки составляла 6000 кВт. КЭТ являлась стратегическим и секретным объектом и тщательно охранялась от шпионов и диверсантов военизированной охраной, в том числе и хорошо обученными собаками, специально для которых содержался кинологический питомник. Ближе к 70-м годам на остров Русский был построен высотный энергомост, связывающий остров с материковым Владивостоком. После этого электроточка стала неактуальна и была заброшена. На сегодняшний день это многоэтажное здание с покосившимися стенами и рухнувшими перекрытиями. Внутри сильно замусорено и представляет опасность для жизни своим аварийным состоянием. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами были Пойди и проверь. До скорых встреч, пока!